Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Зараз поговоримо про те, чи зростатиме курс долара в Україні іще більше, та чому через російського агресора світ наразі опинився на порозі продовольчої кризи. Ну і в цілому про економіку нашої країни. Сьогодні говоримо з економічним експертом Михайлом Крапивком. Я вас вітаю. Доброго дня. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, давайте, мабуть, почнемо все ж з долару. Здавалося б, куди більше рости, але він трохи росте. Ні, ну, і росте. Більше завжди є куди. Завжди знайдуться люди, які скажуть, що треба там 50, 70, 90, 100 і так далі. Цифровий ряд великий дуже. Тому давайте розглянемо, мабуть, фактори, які впливають реально, и те, которые влияют информационно на курс. Реально влияет баланс валюты. Да, у нас меньше поступает валюты от экспорта, у нас нет валюты от продажи зерна, у нас нет валюты или уменьшилась валюта от продажи металла, от многих экспортных операций у нас уменьшилось поступление. При этом у нас в одной части уменьшилось уход валюты. Это импорт бытовой техники, там, автомобили и так далее. С другой стороны, у нас увеличился уход валюты на импорт военного снаряжения. И у нас увеличился приход валюты от международной экономической помощи. Давайте не забывать, у нас есть шикарный компенсатор нашего экспорта, это международная финансовая помощь. В принципе, мир ежемесячно только на стабилизацию нашего бюджета дает порядка 5 миллиардов долларов. Это валютные поступления. При этом есть разные гранты на гуманитарные, военные цели, там от 100 до, по-моему, 800 миллионов долларов. И это тоже большие валютные поступления. Поэтому валютный баланс у нас выглядит совсем неплохо. Что ж тогда влияет? Ну, во-первых, влияние информационно-генное – это попытка спекулятивной раскрутки. Раз. Спекулятивно раскручивают курс. То есть, как это происходит? Например, в Украине сейчас топливный кризис. Поднимается цена на топливо, при этом часть этой цены поднимается объективно, потому что поменялась логистика, поменялись поставщики, поменялось качество, поменялась цена. И информационные гены начинают работать следующим образом. Вот смотрите, у нас сейчас 95-й, предположим, стоит 60 гривен, да? А ведь это всего лишь доллар 20 должно быть, следовательно, доллар у нас сколько стоит? 40 гривен. И вот так вот информационно раскручивается курс. Кому выгодно? Выгодно прежде всего валютным спекулянтам. Да? Что на этом фоне начинает происходить? У нас с начала агрессии была закрыта продажа валюты гражданам. То есть в полную меру заработало что? Черный рынок. Да? У черного рынка не было конкуренции, и он начал эффективно работать. То есть на черном рынке поднялся курс там до 30, с 29, до 30, 32, 34. Это спекулятивный был курс. Наш народ, он всегда очень изобретателен, особенно те, которые сорвались с мест проживания и переехали там в западную, поближе к границам. Что они начинают делать? Они начинают делать однодневные туры. То есть со Львова там, в ближайший польский город, в банкомат, снимают с гривневой карты деньги по курсу Нацбанка, потому что Нацбанк договорился 29-20, да, с поляками, что они будут выдавать такие. Приезжают назад и сдают по 32. То есть началась такая финансовая операция, вымывание иностранной валюты с Польши через транзакции Нацбанка.
Я чула, что такая же самая схема наразі застосовується с биткоинами, с криптовалютой. Ну, биткоины это вообще отдельная тема. Я, если говорить, это отдельно говорить. Давайте сейчас биткоины так, не трогать. Схема, да. Добре, да. Криптовалюта это вообще отдельная тема, отдельная спекуляция. Угу. Отдельный пузырь, который уже начинает потихонечку потравливать. То есть, что делает в этой ситуации Национальный банк? Он говорит, не, ребята, меня такая схема не устраивает, чтобы спекулянты зарабатывали за мой счет. И Нацбанк снимает ограничения на продажу иностранной валюты гражданам. И этот же курс, который устанавливается таким путем рыночным, более-менее, он действует уже на обмен, как обменный курс валют на иностранные банки, когда там снимается валюта. Таким образом убирается эта проблема, да? И банкам говорят, что вы в пределах того, что вы наторговали валюту, купили, можете продавать по более-менее свободному курсу. И курс устанавливается в банках на уровне 32 на продажу. То есть вот этот вот маржа, которую зарабатывали челноки, она уходит. Но при этом уже курс повысился. И доллар, евро остаются в дефиците. Потому что торговля только в пределах скупки. А следовательно, это очередной толчок теневому рынку поднять курс у себя скупки до 32, создавить конкуренцию коммерческим банкам и продавать уже по 40. Тобто реально наразі на вулицях там, ми знаємо, у нас є спеціальна вулиця. Ну, 38-40 сьогодні уличний курс. Угу. Як може вплинути така ситуація на звичайних українців? Опять же, ми исходим із того, що економіка інформаційно-генна, і у нас з'явився новий інформаційно-ген дорожання валюти, да? Тобто обесценювання гривні. Он порождает два движения всегда. Первое движение – это попытка как бы сохранить несохраненное, то есть быстренько купить доллары, они же становятся в дефиците. И те, кто не собирался покупать, уже бегут покупают, тем самым поднимают еще курс, потому что создают дополнительный ажиотаж. И вторая тенденция, второе движение, это то, что ну, цены же у нас-то как бы формировались на все при курсе 27-28, а сегодня уже 40, ну как бы надо пересмотреть и цены, надо пересмотреть и зарплату, ну каждый свою оценку пересматривает. А плюс еще, вспомните, у нас есть информационный агент, что если считать по индексу бензина, то у нас как бы доллар уже стоит за 40, почти под 50, ну так надо еще раскручивать дальше. Вот такая вот цепная реакция происходит. Поэтому, резюмируем, что касается прогнозов. Вот эта спекулятивная раскрутка, она еще некоторое время побудет, но она упадет, потому что, во-первых, свободных денег не так много. Во-вторых, растет маржа между скупкой и продажей. И уже становится невыгодно покупать, потому что продаж уже дешевле. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, и вспоминаем наш баланс валютный, да, в ближайшее время эта гонка остановится и пойдет немножечко на спад. Ну, конечно, к 27 оно не вернется, как не вернулось к 5, к 4 и 8, и даже 12. Но откат назад будет. Потому что кто-то за все это должен заплатить. А заплатит тот, кто купился на спекуляцию, побежал, купил дорогой доллар. К тому времени, когда ему надо будет его продавать, он уже будет намного дешевле, чем вложенные деньги. Тобто, пане Михайло, ви зараз людям не радите бігти і міняти долари? Я никогда не советую бежать и покупать валюту. Никогда. Валюту следует покупать только в нескольких случаях. Ну, первое, это если вы едете в зону валюты. Второй, если у вас есть так называемые длинные деньги, вы накапливаете на что-то длительный период времени, тогда есть смысл накапливать в валюте. И все. Пане Михайло, з доларом зрозуміло. Дякую вам за пораду, за те, що так все роз'яснили. Наразі світ на порозі продовольчої кризи. Чи реально це так? Через те, що нас вкрали зерно? Ну, давайте не только нас винить. Тем более, что мы здесь совсем не виноваты.
Мы точно не винні. Да. Мы все знаем, кто Мы сейчас говорим о продовольственном кризисе в рамках зерновых культур. Только в рамках зерновых. Потому что продовольственность есть и в рамках мясных продуктов, и в рамках овощной группы и так далее. Да, давайте мы говорим только сейчас, с чем это связано? С тем, что Российская Федерация и Украина поставляли вместе на мировые рынки порядка трети всех запасов пшеницы, всех поставок пшеницы, ну, зерновых. А чи відомо, пшениця, хто кукуруза, інші? Рож і так далі. Це найтакі глобальніше це Україна, які ще країни? І Росія. Це дві країни, які 30% составляли. В связи с тем, что Россия начала агрессию, и к ней применены определенные санкции, в том числе торговые, в связи с тем, что Россия заблокировала порты все украинские, то есть не дает возможности выполнять, ну и плюс достаточно сильно ограбила Украину в части зерновых, по официальным данным, Россия у нас вывезла порядка 500 000 тонн только пшеницы. И уже пытается им поспекулировать, продать на мировых рынках, но благодаря нашему Министерству иностранных дел фокус не удается. И два корабля, которые вышли, груженные под самый верх нашей пшеницей, пока никто покупать не собирается. Мы сподіваємося, их и не куплять. Сподіваємося. Ну, хоча мы надеемся, но по заявлениям Организации Объединенных Наций, в частности ее подразделения, которое занимается продовольственной безопасностью, запасов зерна на планете у нас осталось на 10 недель. Чи змінять вони думку через 10 тижнів? Это та ситуация, когда там через 8 недель могут сказать, оплевать уже откуда эта пшеница, ворованная, не ворованная, нам мука нужна, нам хлеб печь надо. Ймовірно. Цілком реально так. Но на этом фоне у нас начинаются как бы внутренние и внешние спекуляции этим. То есть, когда Украина говорит, что дайте нам там оружие средней дальности, нам говорят, нет, так нельзя, не дай бог вы обстреляете территорию Российской Федерации и так далее. Но тут же к нам обращаются и говорят, а вы давайте вот нам зерно там железной дорогой хоть грузите, мы готовы свои порты вам предоставить. А давайте мы вам караваны сопровождения дадим, чтобы вы вывезти зерно смогли. Но это, наверное, неоднозначные подходы к одной и той же проблеме, одной и той же войны. То есть вы нам давайте, а мы вам подумаем. Поэтому я думаю, что здесь Украине надо политически очень хорошо взвешивать и хорошо думать, а стоит ли заботиться о мировой продовольственной безопасности, когда мир, ну как бы не совсем адекватно заботится о безопасности страны. Те поставки вооружений, боеприпасов, которые сегодня делаются, они в принципе имеют одну цель. Не пустить войну дальше Украины. То есть сдерживать Россию на территории Украины, пусть там на Востоке, на Донбассе, на юге. Але трохи стримувати. Стримувати. Трохи. Да, чтобы она не дошла до границ Европы. Не прекращать ее. У нас, в принципе, за прекращение войны выступают две страны только, которые нам очень сильно помогают. Это США и Великобритания. И только лидеры этих стран... А Польша? Нет, ну Польша, она пригранична. Я говорю, ага. Понимаете, зрозуміло, Польша, да. Словакия, Румыния, это те страны, Молдова, которые стоят на ближайшей очереди. Ну, точно зацікавлені в том, да. Что ворог до них не дійшов. И то, как бы без поддержки того же США, и Польша бы нам не отгрузила все свои танки, если бы США не пообещали ей помочь заменить их на более современные леопарды. И Словакия не дала бы самолеты, если бы не получила обещание США получить новые F-16, F-35 вместо МИГов и СУ, на которые у них нет запчастей, только запасы. Давайте здраво говорить. Тут мы с восточноевропейскими странами сидим в одной лодке. Просто мы сидим на носу и принимаем удар. Они прекрасно все, и прибалты, все прекрасно понимают, что они следующие. Вся территория бывшей Российской империи... Это следующее.
Пане Михайло, повертаючись... Сейчас, мы не договорили, да? Немножко по зерну. Так вот, поэтому, что следует в этой части? Я понимаю, что там МИД пытается обратиться к Китаю с просьбой, чтобы Китай вмешался, и Китаю вроде зерно тоже как нужно. Но это все игра, ну, на мой взгляд, не совсем правильная. Потому что Китай, с одной стороны, высказывает озабоченность и, слава богу, нейтралитет по отношению к военным действиям, к агрессии России. Но, с другой стороны, проводит совместные военные учения с Россией. Ну, вот сейчас проходят совместные военные учения. А мы им зерно поставляем. А мы их якобы просим помочь нам поставить зерно. То есть к Китаю надо относиться очень осторожно, потому что у Китая есть только его интересы, и никаких интересов других у него нет. И он будет маневрировать между Россией и Украиной до тех пор, пока Россия не обвалится. Когда Россия обвалится, тогда Китай заберет то, что он считает своим, там Восточную Сибирь, Дальний Восток, и забудет о России навсегда. Это политика, в принципе, Китая. Як і в Другій світовій війні, Китай спостерігає і будь потім до переможця буде. У Китая есть его древние враги, которыми он пытается на фоне отвлечения внимания на Украину решить вопрос. Это Тайвань, Таиланд, это Япония, которая тоже по жизни как бы не в друзьях. Там свой регион, свои правила, свои порядки. Поэтому, говоря о продовольствии, я бы все-таки подумал, как бы правильнее сегодняшнюю позицию Украины как поставщика зерна использовать для решения военно-политических целей, стоящих перед Украиной на сегодня. Економісти прогнозують, що в Україні, зокрема, продовольчої кризи не буде, але можуть підвищитися ціни на продукти. Ціни у нас повисяться однозначно. Почему? Тому що з початком енергетичної кризи в Україні, ну, тобто паливної, во всьому світі, в Європі, во всьому світі піднялись ціни на горюче-смазочні матеріали. Потому что весь мир пытается отказаться от российской нефти и от российских нефтепродуктов, а Украина все, что закупала в России и в Беларуси, теперь закупает в Европе. Поэтому цена пошла вверх. В связи с тем, что приближается очередной этап продовольственного кризиса, но это же не начало нового кризиса, это этап. Кризис идет уже давно продовольственный. В связи с этим у нас опять будет подъем цен на мировых рынках. И Украина, конечно, не отстанет от этого подъема цен. Ну, споживчий кошик, хлеб, яйца, у нас все будет дорожать. Оно и так дорожает, оно еще и будет продолжать дорожать. Здесь вопрос зависит, больше всего лежит в другой плоскости, в плоскости внутренней политики Украины. Смотрите, что у нас происходит. Первый период начала войны. С февраля месяца у нас, не всей войны, а вот этой вот острой фазы войны, назовем так, или глобальной фазы войны. У нас правительство приняло ряд мер, которыми облегчило жизнь предпринимателям, малому бизнесу и даже большому бизнесу. Это введение специальных режимов налогообложения, это освобождение ФОПов от налогов, сборов. При этом еще выдавались помощь по потере доходов и так далее. Все это положительно сыграло и застабилизировало экономику в сложный момент, когда экономика могла обрушиться полностью, потому что началась массовая миграция, люди эвакуировались, люди бежали. Часть бежала на западную, большая часть за границу, и это все как бы потеря трудового ресурса, металлургия, потеря предпринимательского ресурса, оно все сыграло свою роль. Но благодаря вот этим льготам оно как бы застабилизировало экономику. Экономика застабилизировалась, но при этом война никуда не делась. Война потребляет все больше и больше ресурсов. И давайте говорить правду, на первом этапе вот этой войны
украинская армия, украинские добровольцы, так называемые тероборона. Ну, я считаю, что это те же добровольческие объединения, те же добробаты, только в новом качестве. Благодаря украинским волонтерам и предпринимателям были обуты, одеты, накормлены и частично вооружены. Не благодаря государству, а благодаря волонтерскому движению. А волонтерское движение, оно основано на сбережениях дохода граждан и предпринимательских структур. Это бизнес средний, да? Это малый и средний, да, бизнес. Большой бизнес помогал бюджету, там проплачивали авансом миллиардные налоги. А малый и средний одевал, обувал солдат. Заправлял танки, машины и так далее. И сейчас, когда ситуация на фронтах немножко стабилизировалась, то есть резко вот эта вот потребность ушла, но волонтерское движение продолжает работать и собирает деньги уже там на беспилотники, на что-то более дорогие приборы. Ну, дроны, тепловизоры, да. Да, 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 тепловизоры, это уже на более дорогие приборы, на приборы там для артиллерии и так далее. Но собирает, это все идет, продолжается. Но наша власть, как-то от Киева отошли враги, в Киеве стало спокойно, они успокоились и решили, что ну хватит, 2-3 месяца не пожили, как привыкли, пора возвращать все. И в Украине возникло движение, которое собрало более 10 тысяч подписей предпринимателей за отставку товарища Гетманцева с поста председателя бюджетно-налогового комитета Верховной Рады. Почему это произошло? Потому что Гетманцев решил, что уже всем хорошо, ему уже спокойно, значит всем хорошо. Пане Михайло, я дуже вибачаюся, у нас вже ефірний час закінчився, і мені вже режисери повідомляють, що маємо, на жаль, закінчувати. Але я думаю, що ми про цю тему з вами ще раз окремо поговоримо в прес-центрі. Я дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Михайло Крапивко, економічний експерт. Говорили про те, так, чи ще буде зростати курс долара, про світову, так, про поріг продовольчої кризи у світі та в цілому про українську економіку. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук. Дякую за увагу.